В Москве приняли решение создать и распространить единый документ о выполнении российско-американских договоренностей по Сирии. Об этом сегодня сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Российская Федерация приняла решение распространить в качестве официального документа Совета Безопасности ООН, а также на площадке Организации Объединенных Наций не только в Нью-Йорке, но и в Женеве, соответствующим ООНовским органам и структурам, документ, в котором приводятся и собраны все факты выполнения российской стороной своих обязательств по российско-американским договоренностям и невыполнения своих обязательств американской стороной. Приведены факты, даты, цифры. Этот объемный документ уже распространен в Женеве нашим посредством и будет распространен сегодня российским посредством при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.